Как многие уже знают, одним из самых красивых весенних первоцветов садовых является примула. Сегодня я расскажу про примулу ушковую или аурикулу. От других примул она отличается тем, что имеет плотную серо-зеленую листву. У некоторых сортов бывает мучнистый налет на листве, а сами листья напоминают ушки, поэтому растение получило такое интересное название. Высота растений около 20 см, зацветает в мае. Продолжительность цветения может длиться более месяца. Расцветки бывают самые разнообразные, но всегда яркие. Некоторые сорта зацветают осенью повторно, но не так обильно, как весной. Цветки бывают как простой формы, так и махровой. Эту примулу можно легко вырастить из семян. Если вам интересно посмотреть видео, как ее правильно сеять, ставьте лайк к этому видео и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Также эту примулу легко размножить делением куста. Тем более, что это ей будет только на пользу, так как через 2-3 года стебли начинают оголяться и кустик начинает постепенно разваливаться. После деления она легко приживается на новом месте и цвести начинает уже на следующий год. Иногда зацветает осенью. Сажать аурикулу можно как на солнце, так и в полутени. В южных регионах ее лучше сажать в полутенистом месте. Почва должна быть рыхлая, с добавлением песка и перегноя. В жаркую сухую погоду нужно растение хорошо поливать, но так, чтобы не было застоя воды возле розеток. Эти растения достаточно морозостойкие. Для пышного и красивого цветения примулам необходимо подкормки минеральными удобрениями 3-4 раза за сезон. После таяния снега нужно подкормить комплексным минеральным удобрением. Затем через месяц подкормить суперфосфатом. В августе подкормить калийными удобрениями. Вот и весь простой уход за этим интересным растением. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. И не забудьте подписаться на канал.